Стихотворение «Загадка» Заболоцкого Николая Алексеевича, который жил в Тарусе 57-58 год, только летнее время. Все. Сыпли дождик большие горошины, рвется ветер, и даль нечиста, закрывается тополь взгерошенный серебристой изнанкой листа. Но взгляни сквозь отверстие облака, как сквозь арку из каменных плит, в это царство тумана и морока яркий луч, пробиваясь, летит. Это значит, не все занавешено. Это значит, конечно, не зря, словно девушка вспыхнув, орешина засияла в конце сентября. Вот теперь, живописец, выхватывай кисть за кистью, и на полотне, золотой, как огонь, и гранатовый, нарисуй эту девушку мне. Нарисуй, как березонку зыбкую, молодую царевну в венце, с беспокойно скользящей улыбкой на заплаканном лице. Дело в том, что здесь Заболоцкий, он дружил с художником Крымовым, который здесь прожил 20 лет. Каждое лето приезжал вот так вот. Прям рядом, вот беленький домик, вот так вот.